Здравствуйте, друзья и подруги. Очень рад вас приветствовать на канале Reacts First Feel. Меня зовут Артурчик First Feel. Сегодня мы будем слушать новый трек ISXONE, который называется Storytel Intro. Судя по всему, нас ждет альбом от ISXONE, который, собственно, видимо, называется Storytel, судя по информации из Genius. ISXONE всегда был, типа, знаешь, вот одним из любимых рэперов, твоих любимых рэперов. То есть он всегда был в почете, он, типа, в свое время, типа, наебашил очень много прикольных треков. И тут как бы внезапно коллаб с Олджи Будой выходит. Учитывая, что недавно пошли новости о том, что с Олджи Будой еще записывает фиты со Славой КПСС, Олджи Буда, видимо, сейчас на таком, на плотном коннекте со всякими чуваками, которые действительно что-то внесли в культуру. Давайте заценим, что кого как. Что могу сказать? Прежде чем начнем, пожалуйста, подпишитесь на twitch.tv/firstfeel, на телеграм-канал firstfeel. И давайте ценить трекан. Будем, наверное, обозревать альбом Айсика, если он выйдет в ближайшее время, надеюсь. Что тут по информации? Началось все с любви к аниме. ISXONE сказал о треке. Все началось с любви к аниме Код Гиас, в частности, к последней песне сериала. Я скинул сэмпл, он сделал стилёз. Я пришел к товарищу в Тбилиси, сел на балкон, пока он работал, накидал текст, который начался со слова «привилегированный», кое я с радостью впихнул строчку и был с собой очень доволен. Далее я решил, что это идеальный интро, что сюда нужен Гриша Буда. Мы списались какое-то время, трек остановил свою жизнь. В какой-то из вечеров Гриша скидывает мне короткие кружочки, для зачитывает начало своего парта с моего бита, а потом говорит, что видит меня вообще на другом бите. Мы думаем сделать два трека, но все-таки приходим к решению сделать один интересный. Быстро доделав второй парт, мы создаем чаты с помощью Илюхи Шоутайм, Илюх Шоутайм Респект, склеиваем все это в одно целое. Хэппи-энд — отличное начало моего альбома. Мне почему-то нравится, как сюда легла отсылка на MF Doom в кавере. Я изучал лучшие обложки вселенной, не рисовал данные. Не очень понимаю за отсылку к MF Doom. Видимо, я плохо разбираюсь в MF Doom, поэтому не буду тут особо пиздеть. Че, респект? Код Диас в свое время был пиздатым тайтлом. Вот видишь, я в аниме тоже не шарю. Ну, будем как-то пытаться разбираться по тречику. Let's go. Какую цель? Я уже дропаю, все знают, им надо привыкнуть. Этому стилю привилегированный OIC. Опять как будто бы выше их на голову. Поговорю сам с собой, микро я получаю аудиторию. Путь так далек, я как персонаж Сонана. И трэп лайф ушел, блять, твоя жизнь. Ну и кто на работаю на студии, камень на 100 флоу. Я, бля, ёбнутый хамелеон. На бите босс, питос уже раздолбанный. Какой сори, блин, мой рэп стремится к идеологии. Раскован своей манерой, у меня фитоп, нахуя особенный. Лайф это метафора долгая, хум, пуля альбомами. И камера на меня, мотора жизни, аниме нарисована. Подорвана доверие на тех, кто тут на меня выебывал. Си бронированный плюс, у меня иммунитет был боевым. Я двигаюсь по летописи, мои надписи гравированы. Не торопись, этот момент надо запомнить, эта история. Перевел дыхание, они уже сломаны. Легко говоря о тяжелом, плюс мои слова весомые. Ты хочешь быть со мной в обойме, друг, тогда здорово. Блин, покешь все, тогда мы все поймем, на что способен ты. Когда за тренд, все с тобой ебутся, пока не сдохло. Потом он сдох, и ты сам прыгаешь на тренд. И всем уже похуй, и как правило получается. Либо хуйня, либо просто не очень, не в обиду. Но кто помнит, как делал Детройт Морган. Эй! Сижу, плачу под выше домов сироткин. Очень сильно люблю бабулин, мы дети улиц, как сироты. Я бы мог стать гением, но сука, я утонул в сиропе. Я бы мог стать гением, но сука. Свич, конечно, ебать. Я могу все. Все так же молодая Россия, хотя мне уже 30. Буду Коннор ISXONE. Я уже давно худрич, как Баба Пон. I'm the boy, I'm the man, I'm the one. А беги к тарам, а майне не бываю пьян. И я не верю рэперам. Буду Марли Растаман. Мы и Гоку одинаковы. Да я долгий, сколько я курю, это пиздец, хуево для экологии. Они такие, чё это за флоу? Странно очень. Я такой, I don't give a fuck. Мне вообще похуй. Я просто базарю, держи мой унитаз, как рога. Каждый мой куплет написан без... AI. Без искусственных технологий. Я yeah. До сих пор рифму только на глаголе. Подумал о тебе закон. Медали выступят, какие нынче закон. Измеряются дерево, пока он не запомнил. Скажу за всех, хочу больше треков от 163 рон. Я гик, видеоигр, плюс орил, это прерогатива. Пута на битах открыл я альбом. Интро, мой стиль такой замороченный, пепелом улица. Реги на витика, методом нихуя непонятно. Но очень интересно зрителям. Доклапы мелом, твое тело видео мелом. Кикслэш, это мораль, нет харам. Если ты свин, пеба, мой флот. Летом Гриша, не у тебя там чет фиолетово. Это, у тебя там чет фиолетово. Это,
Хороший трекан, кстати, но мне первый биточек, конечно, ну, без хуйни понравился больше, не знаю, что он будет, не зашел, но прям, типа, радует, короче, что, несмотря на вот этот Детройт-образный флоу, у Айсика очень технично получилось его вчитать, прям, типа, прям я жестко, блядь, прокайфовался именно с того, что, знаешь, иногда качает бит, бит здесь первый качает, второй, на мой вкус, не очень качает, типа, но при этом он флоу своим такой грув задает, что ты такой, ебать, давай, 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 давай. И на мой вкус здесь Six One, конечно, перечитал. Буду, без хуйни. Опять же, очень ровный и очень хороший трекан, без пизды. Но Six One, блядь, как, он прям как будто чуть-чуть глоток свежего воздуха на этом флоу. Типа, потому что мы много такого Буду слышали, но Айсик прям, бля, хорошо, хорошо. Вообще без пизды. И по строкам, типа, тут есть... И по зачитону. Вот. То, что он сам по себе вот пишет, что он слово «привилегированный» запихнул в строку, причем очень коротко по промежутку, между, ну, типа, в бите. Прям, блядь, он вчитывает очень хорошо. Очень хорошо. Прям, блядь, без хуйни. Респект. Респект Six One. Блядь, мне захотелось прям альбом послушать. Захотелось прям альбом послушать. Интересно. Прям бомба, хорош. Блядь, да не буду я One Piece смотреть, ребят. Я не люблю аниме, к сожалению. Но, бля, битос прям пиздатый. Битос пиздатый и зачиточка хорошая. Айсика люблю на фитах, а вот сольные треки что-то тяжело идут. Надо будет заценить. Надо будет заценить. Интересно, интересно, что он покажет. Интересно.